Что послужило причиной ДТП, неясно. В столкновении участниками стали два ВАЗа. От удара один автомобиль выбросило к обочине, где он врезался в электроопору. Для транспортировки машин после аварии пришлось вызывать эвакуатор. К счастью, обошлось без пострадавших. 29 октября 2014 года, примерно 18 часов 20 минут, водитель 1980 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-21099 напротив дома 93 по улице Строителей, не обеспечил безопасность дорожного движения, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-21140. В результате дорожно-транспортного происшествия обе автомашины получили механические повреждения.